Исправлена ошибка, которая приводила к появлению пустого слота после продажи эмблемы. Божечки, спасибо, что исправили эту невероятную ошибку. Бля, я уверен, 1500 игроков вернется в битву замков. Ну просто... Здорово, дружище, ну что, не ожидал меня увидеть, ёлки-палки, здесь, в битве замков, да, я как бы, типа, не заканчивал играть, хотя нет, я закончил играть, но не заканчивал играть, не, вот не было такого видео, типа, что все, все, суки, я сливаюсь, пошла в пень эта битва замков, в рот ее любил, вот, не было такого видео, просто, знаешь, такие, как бы, ну, надо от всего отдыхать, и, конечно, вот за все время, сколько я... Играю в битву замков, сколько я веду канал, у меня никогда такого не было, чтобы я настолько долго, короче, выпадал из жизни этой невероятнейшей игры. А, да, я говорю это даже без какого-либо сарказма, потому что, ну, в мою жизнь, к счастью или к сожалению, она привнесла некоторые изменения. Благодаря этой игре у меня, по сути-то, и есть канал. Конечно, уже канал сейчас многие могут обвинить в накрутке, те, кто не знают вообще историю данного канала, те, кто не знает, что на протяжении 5 лет или 6 лет уже набирались 190 тысяч подписчиков, и когда-то битва замков была популярной, но тем не менее. Что у нас получается? Не заходил я в игру несколько дней. Короче, последний раз был в игре на битве гильдий, и то я как бы не стримил, да, потому что тупо не успевал. Сейчас у нас получается ситуация, что я вот после этого не заходил в игру, сейчас захожу, у нас обновление, и сейчас вы посмотрите обзор обновления человека, который как бы немножко выпал из жизни данной игрушки, да. Кстати, у меня там есть какие-то самоцветы, мне разработчики уже походу перестали присылать их, еще остались самоцветы, наверное, с прошлого месяца. И если хотите, ну там давайте, я не знаю, 500 лайков наберем, я может быть сегодня или завтра, ну в зависимости от ваших лайков, выпущу, короче, видос с роликом на моем аккаунте, да. Хотя у меня там есть герои, которых нужно прокачать. Ладно, не суть. Захожу я такой в игру, не был я тут уже несколько дней, такой, обновитесь до последней версии, чтобы получить следующую награду. Ну-ка, давай, обновление. А, да, нужно же обновлять. Вот так вот Саша берет и готовится к видосам. Ну а что делать, ребята? И вот сейчас пойдем по списочку. О, я надеюсь, мне сейчас хотя бы обучение не придется проходить. О, жду комментариев о том, что, о, князь, что мне такой интернет, что так быстро загружается. Я думаю, загрузилось бы намного быстрее, если бы там, к примеру, Bluestack не глючил бы или Google Play не глючил бы. Вот, смотри, видишь, 93%, все, он типа остановился, он стоит такой, думает. Думает такой, нужен ли твоему компьютеру, телефону эта игра или не нужна, типа. О, ну давай, все-таки установлю. Пущай будет. Ну а чё бы нет. А чё бы не установить? Вот, взяли, установили, вот сейчас зайдем. Я надеюсь, о, вы посмотрите, какая заставочка. Там Дед Мороз, маньяк на заднем плане, тёлочка спит, он ее. Ой, эти тупые шутки за 300 от князя. Окей, вражеское нападение. Меня тут оттачили, пока меня не было, да? Новости, базар, найм редких героев, разбей снеговика. Сука, что за садистская игра вообще? Разбей снеговика, а у меня шансов-то ноль. Ладно, 10 дней удачи. Ну что за 10 дней удачи? Чё? О, это все бесплатно? Ух ты! Когда заканчивается 11 числа, блин, ну, я, по сути, уже просрал. Базар, пакет накопления, затонувшие сокровища. Ясно. Временная акция. Награда загадочного особняка. Парящий остров, новогодняя версия. Ну-ка ты. Парящий остров. Ух ты, ёб твою. Давай-ка, собери сам фонтан желаний. Парящий остров, новогодний. Ух ты, ёлки-палки. Ух ты, посмотрите-ка, что у нас тут сбоку. У нас тут Виктор что-то тут. Это что такое вообще? Островной мегаприз. 272 самоцвета. Серьезненько, позори. Тут картиночка сломалась, линия, ладно, плевать. Леся Роллер, Макандр, Виктор. Давай, магия бесплатно. Ну, ну чё бы нет. И у нас... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, ребят, живем, да? Раз. Два. А, смотри, чем больше, короче, ролю, тем больше самоцветов, типа, получу, или что? Уже нормально мне камней пламени нападало. А, вот, видите, меня, типа, не было 3 дня. Ну, давай.
За 340... О! А нет, смотри! Мне разработчики самоцветы прислали. Да, я видосы не снимаю, а мне разработчики самоцветы... Улучшить хранилище... О, смотри, новые ачивки добавили, судя по всему, да? А, улучшить ратуши до 30... Воу-в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 оу! А я-то думал, как... Заработаете 600 тысяч очков в лабиринте. А я... Подожди, я ж уже зарабатывал. Че вы, блядь? Угораете? А я-то думал, когда я использую свои эти кулачки, заработайте 3 звезды, вот, когда-нибудь сделаю. А, достигните 3000 силы. Постройте 2 ловушек для войск. Постройте 2 ловушек для героев. Это что такое вообще? А, ну это вот хиромантия, да? Которую я как бы еще не прошел. Надо... Может, реально сегодня на стриме посидеть, короче, попроходить. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Сбайдите на арену 2 раза. Ёпта, вообще сегодня как бы обзор обновления, но я тут уже зашел такой, типа, о, до 30 уровня можно что-то взять и прокачать. Окей, мы выиграли, ребят, мы выиграли, мы крутые. И давай еще раз на арену заходим. Такие, хопа, да, а... Ну, кто победит? Кто победен будет? Кто у нас тут будет победен, друзья? Кто? Кто этот человечек? Ладно. Так, арену мы прошли. И... Подожди. Спасение. Давай, иди сюда, сучка. Иди сюда. Иди сюда. Так, вы лайк там поставили. Ёпта, подписались, не подписались, а? Человек-молекула. Амилорд недалеко. Ой, я не буду эту херь читать, я просто тут заберу. Вообще, как бы я уже должен приступить к обзору, но мне так впадло, бля. Я вот так вот зашел с вами побалаболить, отдохнуть, короче. Может быть, кто-то по мне заскучился, я не знаю. Ну, может быть, есть такие люди. А, так, ну, слушайте, да, будет роллинг, походу, у нас. Роллинг-троллинг от князя. 18 чего-то там я забираю со склада, что у меня там по ништякам, но это, я думаю, на роллинге можно открыть. Ну, как бы вообще, на самом деле, ничего такого и тут и нету. Но я и халяву-то не забирал, ребят, тоже поймите. А, заходим сюда, пакет накопления. Тут уже как бы какая-то залупа. А, ну, пакет накопления... Что-то, ух ты, это какие-то, смотри, сука, что это, муравьед какой-то. А, это типа герои на тему чумного доктора, что ли? Ну, что мне вот так вот кажется, да? За какие-то сундуки какие-то новые. Блядь, сука, плодят эти сундуки, а по факту награда одно и то же ненужное. Ну, нужное, да, но тем не менее. Плодят что-то непонятное. Ну и хер, хотя... Да, там теоретически оттуда может выпасть много камней пламени. Чё бы и не да, когда это на халяву. Тут мои уже друзья, наверное, заждались. Когда уже князь зайдет, там лайк поставят, да? А князь все не заходит, да не заходит. Из гильдии меня еще не кикнули, нормально. Ну, а чё, я битву гильдии прохожу, нет-то. С квестами ничего не изменили, ну, ладно, давай вот такое... Тут мы прошлись по-быстрому, да, тут что-то посмотрели. Давай по списочку пойдем. Давайте попытаемся это сделать максимально быстро, потому что я уже тут 8 минут балаболю с вами ни о чем. Вот, и таких людей, которые готовы выслушивать мое балаболение ни о чем, к сожалению, или к счастью, нет, наверное, к сожалению, таких людей осталось на канале мало. Давай, герой, новый герой, галантный андроид, сука. Че за хуйня? Подожди, это андроид. Я-то думал, это чумной доктор, господи. Ну давай, покажи свою суть. Наносит урон в размере ля-ля-ля от атаки всем вражеским целям впереди в пределах дуги. В течение 3 секунд получает иммунитет к оглушению, заморозке и молчанию. И снижает получаемый урон на 80%. Кулдаун 5 секунд. В течение 3,5 к оглушению, заморозки, молчанию, снижает получаемого. Окей, этот герой имеет 20% шанс уклонения, когда герой уклоняется. Блять, ну так скучно, а. Уклоняется, он наносит вражескому герою самым низким процентом здоровья урона, равно 12% его максимального здоровья. Этот урон игнорирует лимиты на получение урона, кулдаун 3 секунды. А каждый раз, когда он уклоняется, да? Типа, если он каждый раз, вот, типа, один раз уклон, ну, там же забывает, знаешь, там, блядь, по тебе какой-нибудь, не знаю, там, зефирик пизданет, там тебе 500 ударов, блядь, такой, па,
Па-па-па-па-па. Да, из них ты там 20 раз уклонишься, это просто, блядь, нашпиговало в героя и как бы... Слушай, интересная хурма, но в целом, да, вот читать просто тупо скучно, потому что, ну, реально одно и то же. Но здесь, конечно, есть такой интересный момент. Ну, он просто, сами представьте, герои по два... герои, не герои. Разработчики IGG по два героя в месяц штампуют, и они такие, типа, эй, мы не знаем, что уже придумать. А, бля, мы все равно не знаем, что придумать, какое умение сделать. О, блядь, все равно, ну как бы уже там все, понимаете, там уже все вдохновение закончилось давно. Новый герой, леди Вудхаус, господи, блядь, Вудхаус. Леди Вудхаус. Наносит урон в размере ля-ля-ля от атаки 4. Вот мне как бы того героя хотелось бы посмотреть, протестить. Вообще, на добавляли целую кучу героев, как я выпал из битвы замков. И в целом, я вот как битву гильдии проходил, так и прохожу. Мне как было похеру, в принципе, так и остается. Ну, значит, ничего такого глобального в игре, наверное, не изменилось. А в течение следующих 3 секунд восстанавливает 7% от максимального здоровья каждую секунду, куда герой парализует 2 случайных вражеских героев на 3 секунды каждые 6 секунд, обладает иммунитетом к оглушению и молчанию, уменьшает получаемый урон на 60. Скучно. Короче, ладно, тёлка и тёлка. Потом разбираться будем. Если будем разбираться, ставь лайк, если ты хочешь, чтобы я разобрался. Ладно, новый талант, путь ветра. Господи, вы... я надеялся, может, типа, я зайду в игру, они перестанут... Вот это, смотри, вот, блядь, половина, вот жду это... Второе дыхание, ладно, я это еще помню. Бессилие, когда герой появляется на поле боя и уменьшает атаку, блядь. Вдохновение, повышает здоровье, когда атакован, увеличивает уклонение на 17%, блядь. Сука, ну хоть таланты перестаньте штамповать. Повышает крит шанс, блядь, иди нахер. Повышает здоровье, иди нахер. Повышает здоровье, иди нахер. А, это типа фракционное, да? Тут что, повышает атаку на 55%, когда герой атакует, шансом в 21% игнорирует лимиты на урон в течение следующих 3 секунд. Игнорирует лимиты на урон. Ну, да, что-то интересное. Но... Повышает уклонение на 11% и максимальное здоровье на 27%. Типа 145 здоровья, 30% уклонения. Ну, блядь, окей, с этими новыми талантами. Изменения. Изменен геймплей Колизея. Блядь, я уже забыл, где этот Колизей. Ладно, ну, типа, это лабиринт. Сука, вообще, что такое, блядь? Я реально уже забыл, что такое. А вот он, Колизей. Создать. А, это вот там, где... Это там, где тебе дают героев и, да, разных. И ты ебись как хочешь. А, стой! Раньше они давали разных героев, и ты ебись как хочешь. А теперь ты ебешься со своими героями. Вот, вот они геймплей изменили. Слушай, ну на стриме сегодня попрохожу, пососу пипиську. Ну вот, потому что, да, типа у меня герой, наверное, послабее большинства игроков на этом сервере. Так. Ну, вообще, в принципе, конечно, может быть, там где-то будет нытье по поводу того, что, ой, раньше у всех шансы были одинаковые, а сейчас нет. Блять, кто когда там уже ходил на этот Колизей? Я вообще забыл, что за локация Колизей. Сейчас я про нее вспомнил, и мне захотелось зайти. Это уже как бы, блядь, ёптвою. Что по IGG сделали вещь, которая смотивирует меня зайти в какую-то локацию? Аплодисменты, просто аплодисменты. Может быть, я зайду только один раз, конечно. Но тут уж извините, тут зависит от разработчиков. Ладно. Да, знаешь, да и комменты... Раньше, да, там, типа, что-то выходит в БЗ, да, там, люди комментируют, еще что-то сейчас там, блядь, в комментариях, типа, ой, блядь, я играю 6 лет, и у меня силы 23 тысячи, это нормально. Вот, а там где-нибудь ВКонтакте комментарии, типа, блядь, дайте 100 самоцветов. Так, дальше. Улучшен парящий остров. К базовым наградам добавлен самоцветный призовой пул. Игроки имеют шанс выиграть все самоцветы из призового пула каждый раз, когда они используют магическую пыльцу. Интересненько, интересненько. Улучшение королевской битвы. Добавленное описание функций. Опыт теперь увидеть с помощью... его иконки в боевых отчетах. Блять, я королевскую битву забыл, что такое. Ладно, похеру. Изменение функции чата. Добавлены сообщения гильдийской информации в главном канале чата. Как в чат зайти? А, вон оно.
Привет, давай дружить, привет, давай дружить. Ищу Тиму на море. Киньте в ЛС топ полярного лиса. Топ феникса. Господи. Неинтересно, неинтересно. Улучшено уведомление о лимите престижа, когда получу вай, блядь. Престиж достигает максимума, появляется всплывающее сообщение. А, типа, да, ты фармишь, как бы максимума достиг, тебе это взяли, грубо говоря, и показали. У меня осталось 4 минуты записи этого видео, да, то есть давайте быстро сейчас пройдемся по всей этой херне. Улучшено уведомление о лимите. Так, изменены задания главной истории, уменьшено количество заданий в день, увеличено количество глав истории. Чё, блядь? Какая главная история? Вы о чем вообще? В душе не любил вообще, о чем они говорят, но я за них очень рад. Вы там можете мне разъяснять в комментариях, потому что я тут, как бы, сами понимаете, битву гильдии только проходил. Улучшение битвы с боссом. Добавлена функция автостарта. Воу-воу-воу-воу-воу. Полегче, полегче. Изменена функция улучшения зданий с помощью самоцветов. Добавлен вариант не показывать предупреждения. Блять, просто ебейшее обновление, блять, сука, такие нововведения, ёпта, я аж просто, мой писюндур, это, блять, в башню превратился. Количество слотов в алтаре героев увеличено, блять, понятно. Исправлено количество оживлений, отображенных в описании навыка барда на 11-15 уровне. Исправлена проблема с навыком барда, которая иногда делала союзников неуязвимыми, блять, сука, бард уже столько в игре, вот. И, как бы, оказывается, есть такой баг, да, когда, типа, союзники были неуязвимы, ну, вот, они только сейчас это нашли, да, чтобы вы понимали, только сейчас это исправили. Вот, ну, профессиональная работа IGG. Ну-ка, в комментариях напишите, сколько месяцев у нас уже бард, да, и, как бы, ну, молодцы, аплодисменты, блядь. А чё бы они это не исправили, когда игру там удалили бы из Google Play, да, типа, знаешь, ну, когда-то же игру «Битву замков» удалят из Google Play, они такие, типа, эй, выпустим обновление, блядь. Мы там баг нашли, ёпта. Господи! Вот, исправлены аномалии навыка питомца Дрога. Блядь, сколько, ёпты, у нас питомец Дрога в игре, и они вот сейчас... Лучше поздно, чем никогда, руководствовались разработчики IGG. Вот они сейчас взяли, исправили, ёпта, аномалии навыка питомца Дрога. Молодцы! Исправлена задержка анимации движения питомца Драка. Блять. Этого все ждали, понимаете? Типа, я вот сейчас чё в игру-то не захожу? Потому что задержка анимации движения у питомца Драка, блять. Понимаете? Миллионы игроков перестали играть в битву замков, потому что... Задержка анимации питомца Драка. Ой, линия обороны. Исправлена ошибка отображения рейтинга. Блять, спасибо, пиздец, я этого так ждал. Эра войны. Исправлена ошибка, которая приводила к появлению дополнительной кнопки закрыть в интерфейсе заданий. Исправлена ошибка, которая приводила к появлению пустого слота после продажи эмблемы. Божечки, спасибо, что исправили эту невероятную ошибку. Бля, я уверен, 1500 игроков вернется в битву замков. Ну просто... Все, короче, все, спасибо, всем пока. Ставьте лайк, дизлайк. Спасибо, кто досмотрел до конца. Там, блять, отсылайте это видео вашим бабушкам. Скажите, там, блядь, посмотри на дегенерата, ёпта. Короче, ладно. Все, пока.